Добрый день, друзья. Ангелина, скажи привет всем. Привет. Ну, а что ты не повернулась? Скажи привет. Привет. Вот так. Люся. Люся, мы что пришли смотреть сюда, Ангелина? Солнечное затмение? Да? Люся включила гамадрила. Темно, как уже. Уже темно, да. И темно, да, солнышко уже закрыло. Скорей. Вон, сейчас пойдут тучи. И мы увидим, да, Ангелина? Ангелина пока в красивые цветочки. Красивые? Да, красивая. Люся, это не твои еноты, Люся. Понимаешь? У них нельзя еду. Ой, вы посмотрите, какого гамадрила она включила. Люся, что у? Тут тебе ничего не удастся вытащить. Та-да-та-да-та-да-та. Ничего на свете. Люсь, мы что смотрим, солнечное затмение или как? Давай скорее на папу. Давай смотреть солнечное затмение. Пошли к Ангелине. Пошли. Такое бывает раз в 40 лет. Ангелина, смотри, а у тебя ты стеклышко приготовила? Стеклышко где? Вон возьми стеклышко. Через какое надо смотреть? Ой, какие красивые листочки. Люська по осеннему тайгану. Что? Это не твои насухи? Включила гамадрила. Ой, как они хотят тоже с Люськой поиграть. Она такая деловая колбаса, они за решеткой, да? Пока еще. Перефыркиваются. Давай, красивый листочек, да? Что у нас там на небе делается? Туча закрывает, ждем пока. Туча откроет. Люсь, на тебе красивый листочек, нет? Ой, как они, смотрите, переговариваются. А это уже Шемля. И так уже, ты понимаешь, перед ними. И-то он. И покажет им, да, все, что она о них думает. Люсь, хорошо быть свободной бебезяной? Ангелюша, красиво? Ты собираешь листочки? А ну, я умею. Ты, оп! Это я сняла шапку с тебя. Мне кажется, жарковато. Да? Не-не, ну ты не обывай. Ты собирай, вон, смотри, какие внизу. Вон, дедушка. Ой, смотри, самый красивый. Да, да, да. Она сама собирать. Люсь. Люсь, смотри, какой тебе. Люся, пальма. Та-да-та-да-та-да там. Тебе только юбку папуаса, понимаешь, осталось. А помнишь, такая пальма была в Короле Льве, у обезьяны, вот он с посохом. Это очень красивый. Да. Так и Люська, осталось бусы. И из листочков. Люся, пошли. Ты наверх хочешь? А это дедушку надо просить, чтобы он тебя поднял. Дедушка, подними куда? Меня, как Люсю, наверх к листочкам. Ага. Ова. Ага. Вон, к самым красивым. Люся такая раз потеряла из вида.
Такой красивый тайган. Люся. Что у нас там с затмением? Идет, идет, идет. Люся, к енотам не лезем. Не лезем к енотам. Она понимает. Вы понимаете, что к ним лучше не подходить, да? Люся? Держи. Не, она сейчас не хочет. Ты видишь, она оп, взяла, да? Молодец, Люся. Молодец. Дразнит всех, ты понимаешь? Ага. Скажи, кто на меня? Кто на нас с папой? Скажи, мы солнечное затмение смотрим. Скажи, сейчас я ему устрою, скажи, лунное затмение здесь всем. Да? Руки тянет. Скажи, а ну подойди поближе. Скажи, Шемля в юбке. Смотри, она не боится. Она вообще не боится, вообще она никого не боится. Ну, вот туча как специально закрывает от нас. Это мне, да. А я за папой. Скажи, а теперь скажи, посмотрим, кто на нас с папой. Да. Да. Давай, спасибо. Ну, алло. Да. Это мой. Это мой. Это твой листочек, да. Смотри, какой красивый темный енот. Ой-ой-ой. Ты-ды, Люся, да? Красивые цветочки. Мне нравится, как она. Так, хоп, юбочку почесала. Скажи, мы сегодня, скажи, друзья, в новой. Давай, Люся. Мы давай. Без памперсов. Давай, прыгай. Давай. Опа! И поехали. Ничего нас не делают. Скажи, папа, вернись к енотам. Все? Поехали они, да? Вон, смотри, едет назад с Люсей. Оп, кепка упала. Люся, иди, подожди, пусть идет подбирает кепку. Иди, иди подбирай кепку. Люся, тут скорее Ангелина, да. Давай. Вот, смотри, солнышко. Он сфокусировался. Затмение началось. Солнышко такое маленькое. Ой, меньше. Там солнышко. А ну-ка, через солнышко давай, через очки, как Ангелина на солнечное затмение смотрит, да? Ну, видно? Видно. А ну, да, давай я покажу нашим зрителям, давай. Так, где у нас там? Ага. Это солнышко. Вон какой маленький. Плохо, конечно, видно, но маленький такой. Это маленький. Кусочек. Кусочек. Вот, вот сейчас хорошо, друзья. Это кусочек. Да. Вон внизу, видите? Сейчас нам, конечно, мешают тучки, но все видно. Видите, из солнышка осталась луна. И вон заходит, заходит, заходит. Ах, тучка снизу. А. Это солнышко. Солнышко, да. Люся. Люся дразнит енотов. А что ты взяла? Зачем это тебе нужно? Люсь, ты всю банду енотов подняла. И не боится, главное. Вообще не боится. Нормально ест вот эта акация, как-то я не помню, как она называется. Ангелина, нормально, дедушка уже дожил, да? Давай сюда, Ангелина, говорит. Ну ты посмотри, какую банду собрал. И все за ней, ты понимаешь? Люсь. Но нет, мне эта картина очень нравится. Угу. Сзади. И они там уже ссорятся, ты понимаешь, они уже ее делят фактически. Да? Это да. Она называется Люська невозмутимая. Это да. Люсь.
Ты видишь, себя там уже делят. Кому хвост, кому лапки. Она так смотрит на них, на всех, ты понимаешь? Что вы мне тут хотите сказать? Иди, да, иди, да сюда, иди меня, сюда, иди сюда, скажи. Да у меня папа. Да скажи, у меня папа на мотоцикле, да, Люся? Да. Люся, догоняй, догоняй. Давай, 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 давай. Давай, догоняй. Нет, скажи, папа, подожди, я еще подоконю. Давай, 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 давай. Оба, все, поехали. Близко не подходи. На сухо. Давай на папу, давай к своим на сухом, давай. Давай в свой вольер, давай. Давай, 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 давай. Люся.